А можно у кого-то воды стрельнуть? Да, вы мерзонский пошли. А какая? Вот. Что у тебя с газом? Такая слабо газированная. Так сильно не делаю. То я этим умывальничкам не доверяю. Так, а какая то из них моя? Газированная? Нет. Не газированная. Вот, можно это. Там димедрола нема. Может, там димедрол есть? А, я думал, ты для себя спрашиваешь. А, нет, я для друзей. Не газированная, значит, сразу с антибиотиком. Димедрол это не анти. Ты слабо газированная? Или недогазированная? Если слабо газированная, то со слабыми. Ну да, это. Вот, Леша, правильный выбор это. Бананы, кокосы. Сейчас ты в кофе воды налил? Да. Бёрн добавить еще. А уже закончился. Коньяк. Коньяк, бёрн. Такой, знаешь, глаза открываются, там огонь ходит. Кофе. И можно... Да, все. А, не, есть. А что, кстати, парень тоже? Да, ты не понял. Ты видел, как он пошел? Ну, и что? Кто, зачем и почему? Это было сразу понятно. Я когда-то подавал еще хуже, чем он подал. И меня гоняли с поля очень жестко. С применением физической силы и мата. Самое время. Сейчас ты сейчас потренируешь подачу. Слишком хорошо. Мы будем тебя гонять с поля с применением силы и мата. Ты был такой же, как команда. Нельзя. Не отрываться. Выбиваться. Да? Кстати, аренда школы. Чего я сумевал? Может, в сентябре. А? Чего я вал? Договорился? Да, еще нет. Меня. Может, дальше в поле просто прийти. Школу. А пробовал? Ну, я пробовал. Начал попадать в поле. Слышишь, Витя? Ты случайно не общаешься с физруком? Общаюсь. Ну как? Ну, могу ему позвонить. Ого. Побухать. Нет. Ничего себе. Поздравиться вчерашним днем физкультуры и сегодняшним днем строителя. Серьезно? Да. Звонишь и говоришь, день гранёного стакана, повод. А что, ты хочешь уже туда заваливаться? Конечно. Ну, сказать типа, дружище, ты же про нас помнишь. И с осени мы... Потому что там команда сейчас займет бабская, понял? Все место. Где тренер? Мы с сентября будем заходить, да? Не, я думаю, аккуратно. С середины августа мы можем уже зайти. Вот сейчас. Мы, Саша, ты выйдут? Не, не, не. Да что? Ну, чтобы другие не успели, поверь, если бабская команда займет зал, то все, ну, понимаешь? Не заказывать, а просто позвонить, сказать, типа, вот мы ж собираемся. Да. Скажи, что ответка будет жесткая, если он прохавает зал нам, пропустит. Мы ему устроим вырванные годы. Хорошо, что я Юрию не доверяю. Закончить с физкультурой навсегда. С физкультурой там поговорить. Трудовики переквалифицируются, да? Будет паралимпийцев обучать. Трудовиком такой разговор. Я думаю, где-то конец сентября, октябрь месяц, мы перейдем уже в зал. Начнутся дожди, станет уже попрохладнее. Сейчас просто душно, дышать нечем. Оттоптал зону, да? Да, откинулся, короче. И паркет. И пошел в школу. Идем играть. Давайте, да. Где Даша? Даша пошла в туалет, она сейчас вернется. А тут есть туалет? Да. А где? Дима? На всякий случай. Пошел, так, а вот там, где синие будки, видишь? А, вот то. Все круто. Синие будки. Что, там рядом есть еще классические? Нет, нет, там построено. Есть, да, нормальный, с пандусом совсем, для инвалидов. Как раз мне туда и надо. Давайте, закатываешь? Да, давайте. Время теряем. Но деньги на месте. А это, кстати, большое подспорье, да? Thank you.
Вот,